ребятки, смотрите, какой междурядь. Просторная. Едь не хочу. Ой, черт, на мотоциклист. Так. Как бы тебя эффективнее объехать? А, вот справа, как старая бабка. Почему бы и нет? Ненавижу разметку. Какая же она выпуклая, скользкая. Меня чуть не зашибло. Зеркалом заднего вида от автобуса. Здоровая зараза. Еще одно. В принципе, тут даже народ не особо нервный. Домой едут. Вон все руки повысовывали. Я вот за такое. Я за вселенскую гармонию. Я на самом деле не люблю хулиганить. Вот. Открываешь чакру, и десятирукий индусский бог тебя подсказывает, куда ехать, чтобы нигде не въебаться. Вот это по-нашему. Воу-воу-воу-воу-воу. Крайний левый ряд все время стоит. Наверное, это ряд для тех, кто никуда не торопится. Кто уже знает, что он едет вправо. И ничто не сможет сбить с этого пути. Это было близко, чувак. Это тоже, но не так неожиданно. Я тут эти решетки ебаные объезжаю. Так что могу создать этот прецедент. Нехороший. Вообще, чего я тошню по правому краю? Правый край — это проблемы. Так, вы, наверное, хотите, чтобы я прямо поехал. А я не поеду прямо. Я поеду к небоскребам. У меня сегодня там дельце. Правда, вряд ли я могу нормально объяснить, чем оно.